Здесь рождаются новогодние деревья. В питомнике Бобруйского лесхоза сезон посадки елей начинается еще весной. В тепличных условиях из семени за 12 месяцев вырастают саженцы от 5 до 7 сантиметров. Проходит еще год, и рост увеличивается почти в 2 раза. Дальше их ждет открытый грунт. На поле они подрастают до возраста 4-летнего, а потом уже 4-летние елочки вообще высаживаются или высаживаются в лес, идут для восстановления лесов, или же мы высаживаем на питомники для доращивания их и для, потом для продажи, для выращивания как новогодние ели. Общая площадь питомника свыше 21 гектара. В последние годы в моду вошли деревья в катках – ели, сосны и туи. Их высаживают в горшки с 2-летнего возраста. Впервые в этом году на лесной плантации посадили семена пихты. Плюсов новогоднего дерева в катке много. Во-первых, это запах хвои в доме. Во-вторых, тренд на экологичность. Ближе к весне ель можно посадить, например, во дворе. Купить новогодний атрибут можно будет на елочных базарах. В прошлом году они начали работу с 19 декабря. Тогда за деревья в катках выше метра просили порядка 27 рублей. За обычные – 9. В предпраздничный период на усиленное дежурство переходит лесная охрана. Даже на перевозку купленной ели или сосны должны быть документы. Как правило, это чек об оплате. За незаконную заготовку елей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин. Кроме указанного штрафа, граждане будут обязаны возместить вред, причиненный окружающей среде. Еще одна альтернатива – искусственная ель. Стоит дороже, но зато прослужит долгие годы. Цена зависит от роста новогодней красавицы. Варьируется от 20 до 200 рублей. В ассортименте как классические деревья, так и с пушистыми ветками, напылением снега и декоративными шишками. Представлены белорусским производителем эксклюзив такой. Ручная работа, стеклянные шары и игрушки. Цены от 9 до 18 рублей. На витринах и большой выбор елочных игрушек. Стоимость от 2 рублей. Все зависит от дизайна, размера и материала. Цена на мишуру выше рубля. На огоньки от 10 до 50. Здесь же предлагают эксклюзивные сувениры. Керамические санты, олени и пряничные домики. Новогодние чудеса приближаются, а значит самое время покупать подарки и создавать праздничное настроение. Как в своем доме, так и за его пределами. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.